Ваше святейшество, уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего большое спасибо за формат конкретики, который сегодня предложен. Владимир Владимирович, вы говорили о телевидении, и святейший патриарх обратил внимание на проект создания общественного телевидения. Совершенно очевидно, что очень многое зависит от того, какова будет концепция этого общественного телевидения. И Русской Православной Церкви, уверенной другим присутствующим здесь религиозным традициям, есть что предложить и в интеллектуальном плане, и в творческом, на профессиональном языке. Очевидно, эта концепция будет создаваться, может быть, уже создается. Вот как вы смотрите на то, чтобы наш голос был услышан, и мы приняли участие в подготовке? Это не значит, что надо принимать все наши предложения, но чтобы было принято участие, исходя из всего того, что сегодня говорилось о роли религии в России. Исключительно положительно. Я вам привел цифры статистики. 70% с лишним граждан вообще выступают за религиозный канал. Поэтому участие религиозных организаций, прежде всего Русской Православной Церкви, в создании общественного телевидения абсолютно востребовано, конечно.